величайший вынос мозга в истории. Эксперимент, который извратит человечество. Снять фильм к 1 апреля всего за одну ночь. Приготовьтесь увидеть телевизор. Итак, товарищи, у нас беда. Наши рейтинги и рейтинги телевидения падают. По непонятно какой причине. Вроде бы мы все... Я все делаю правильно. Но выходит в итоге какая-то билиберда, в результате которой рейтинги падают. И я не понимаю, почему они падают. Объясните мне. Так. Что, записку даешь? Так, ну-ка. Предлагаешь мне наконец-то посмотреть телевизор? Чем мы кормим наших зрителей? Хм. Слушай, то, что я директор, не обязывает меня смотреть то... чем я владею, а именно телевизором. Мне он вообще нафиг не сдался. Эх. Ну ладно, так и быть. Посмотрю, чем там корпорация кормит потенциальных зрителей. Эх. Ну-с. Начнем. Сенсация, сенсация, сенсация! Помните фильм Гильермо дель Торо «Форма воды»? Так вот, у нас есть эксклюзивный продукт специально для вас. Это та самая штука существа из формы воды. Вы не ослышались, это невероятная штука. Хотите ли вы или нет ее, мы вам ее впарим. Та самая штука из формы воды. Испытайте невероятные ощущения от такой штуки, от которой невозможно отказаться. Та самая штука существа из формы воды. Да-да, та самая штука из формы воды. Вы помните то, что фильм этот получил Оскар? Так вот... Получил он Оскар не просто так, за то, что его снял Гильермо дель Торо, а за вот эту прекрасную штуку. Та самая штука из формы воды. Она та самая желанная, доставит вам невероятное удовольствие. Да-да, та самая штука из формы воды. Купи ее прямо здесь и сейчас и получи дополнительно кучу скидок и привилегий. Ведь это та самая штука из формы воды. Ну все, сняли? Отлично. Ой, хоть кому-нибудь впарим это... Сэмюэл Л. Бранкенштайн представляет фильм, который не завоевал никаких наград, но тем не менее заслуживает внимания. Незабываемый экшен и удивительные истории в фильме... фильме... «Бандиты». Вот, боже мой, куда я попал? Зачем я вообще здесь нахожусь? Зачем я вообще снялся в этом фильме? Что за детский реквизит? Ах. Хм.
Ладно. Ха-ха-ха. Надо найти выход из этого фильма. Надо. И денег заодно завозьму немного. Ну и где он? Я его так жду. Я же пришел специально, чтобы вытащить его из этого фильма. Будь ты проклят, Сэмюэл Л. Бронконштайн. Я суров. Я суров. Ну давай. Ну чё мне делать-то, а? Чё? Она даже не стреляет. Да ну... Ну чего мне делать-то? Я не знаю. Ты мне сценарий не дал. Сосредоточься. Ну чего? Как сосредоточиться? Я не могу сосредоточиться. Ты мне талдычишь. Что делать? Какой там сюжет? Ты мне даже сценарий не дал. Сосредоточься. Делай то, что посчитаешь нужным. Ага. Я не знаю, что делать. Нам нужно больше экшона. Да какой экшон? Я вообще... Ты мне не даешь сценарий. Я тут кривляюсь перед камерой. А ты мне... Я вот и стою в этой страшной масочке. Кстати, масочка ничего так, но все равно. Ну, черт возьми. Я просто стою в лесу, трачу время на то, чтобы с тобой вести беседу. Ты типа снимаешь фильм. И дай угадаю, ты опять с этим фильмом обосрёшься, и ничего не выйдет. Я пошёл. Эй! Стой! Серджио, постой! Ой, засветился. А ты сходил на выборы? Однажды жили-были пиксели. И пиксели жили своей жизнью. Как это ни странно, в этом удивительном мире жили-были пиксели. И вот однажды с пикселями произошла непонятная история. Они начали изменяться по неизвестной причине. Да так изменяться, что я аж сам посидел от того, как они стали изменяться. И изменения были неожиданными, да настолько неожиданными, что я даже не знаю, как об этом рассказать, что ни пальцем сказать, ни пером написать. И вот однажды пиксели устроили великую войну друг между другом, поскольку они изменяются, а они не должны изменяться, но они все-таки стали это делать. И они устроили великую войну. И случилось так, что пиксели начали пикселиться, перепикселиваться. Но все-таки пикселям удается, а иногда и не очень удается, выборы. А формы эти являются прямоугольными. Настолько прямоугольными, что это просто невозможно описать, что ни пальцем сказать, ни пером написать. Но вот однажды с пикселями начало еще кое-что твориться, а что с ними творится, я, если честно, сам даже не знаю. Но все-таки с ними что-то творится, и это то, что творится, имеет очень глубинный смысл, поскольку, как вы можете видеть, каждый пиксель символизирует страну, и эта страна начинает воевать с другой страной, и это как бы символизирует то, что происходит во всем мире, а именно, в
вражда между разными странами. Вот смотрите, фиолетовый это Сомали, красный это Советский Союз, а беленький это Франция, но это не точно. А вот зелененький, а вот голубой, так каким являются голубые, я сказать не могу. Но я думаю, что так оно и есть. И как вы видите, смысл этот настолько глубинен и неповторим, что понять всю суть можно лишь только отсмотрев этот несчастный приключение пикселей до самого конца, чего я сейчас сам отчаянно пытаюсь сделать. Ведь как же это интересно сидеть и смотреть за тем, как просто меняются какие-то прямоугольнички, какие-то непонятные образы, которые являются из этих прямоугольничков, которые начинают постепенно, медленно, но верно сводить тебя с ума и заставлять писаться в штаны. А еще... Так, у меня закончились слова, так что... Х... Б... В... П... Ну а вообще мне кажется, что это уровень Эльдара Багунова, а может быть даже и самого Николая Еремина, а может быть и даже выше, но это не точно. Тем временем у пикселей происходили непонятные события, которые сопровождались непонятно чем. И я тоже не могу сказать, что сейчас происходит, потому что я не могу сказать, что сейчас происходит. А почему я не могу сказать, что сейчас происходит? Да потому что я не знаю, что сейчас происходит. И что сейчас произойдет, и произойдет в дальнейшем, и произойдет ли вообще. А вообще, вы знали, что очень долгое смотрение на пиксели может постепенно свести человека с ума? Как это происходит сейчас со мной, с человеком, которому заставили это все смотреть, и он пытается отчаянно хоть что-нибудь придумать, лишь бы вы не отрывались от просмотра, дорогие зрители. Хотя, по некоторым данным, есть слухи, что под этими пикселями скрывается целый эротический фильм. Да-да, именно эротический фильм скрывается аж под пикселями. Так что будем надеяться, что рано или поздно появится в сети непикселизированная версия, и мы сможем вдоволь насладиться всем тем, что происходит на самом деле под этими пикселями, которые потихоньку отвоевывают ваш разум, заставляя клетки мозга деградировать. Ведь вы могли бы сделать все, что угодно, что-нибудь другое, но вы вместо этого лишь смотрите на эти пиксели, на их переливание и то, к чему это может привести, вы даже не подозреваете. А ты сходил на выборы? Здравствуйте, с вами Антонио, и это моя авторская программа «Поиск глубинного смысла». Сегодня я хотел бы вам показать и рассказать про истинный смысл творения Сэмюэла Л. Бронкштейна, которое называется «Глубинные пространства неопределенного космоса». Давайте же посмотрим на это творение вместе.
А сейчас я вам расскажу про скрытый смысл. Линии символизируют Берлинскую стену. Ведь, как мы знаем, Германия была разделена гигантской Берлинской стеной. И эти линии, показываемые в данном фильме, они символизируют эту самую Берлинскую стену, что лишь доказывает то, что этих линий две, поскольку Берлинская стена разделила Германию на две. А открытие символизирует падение Берлинской стены. Ведь если мы приглядимся, то можем заметить, что надписи есть не только лишь на обычном, но и на английском языке. Таким образом, раскрывается истина, которую далеко не каждый человек может понять. Истина, когда Германия неожиданно стала единой. Единая Германия, как трогательно режиссер смог это передать. Я просто плачу. Плак, плак, плак. Но идем дальше, и мы видим, что линии появились вновь. Они символизируют то, что Берлинская стена, точнее говоря, ее признак. Ее призрак по-прежнему с нами. Боже мой, как это трогательно. Большое спасибо за понимание. Мои эмоции хлещут через край. Я надеюсь, вам понравится этот фильм. До встречи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Ну, в общем, это, добро пожаловать в наш музей. Сейчас я коротко расскажу, кто здесь кто. Так, этих я не знаю кто. Это Петька. Петька Первый, вот. Он основал, значит, Питер. А это его сын Балбес. Балбес всех балбесов. Это я вообще не знаю, кто такие. Но выглядит симпатично. А сиськи только вот очень маленькие. А, вспомнил! Это Петька Второй и его мамаша. Так, это кто? Напрягаем извилины. Ах, хрен с ними. Так, это у нас Суворов. Да, Суворов. Суворов знаю. Это Сашка. Сашка Первый. Я так думаю, Сашка Второй. Колян Первый, или Сашка Второй, хрен знает, Сашка Третий, видимо, его дочка, а это Пушкин, я его не любил в школе учить, как же не любил, это его жена, короче говоря, жена его, а это, не знаю, а это, ну, я тоже не знаю, видимо, начальница музея. А вот Николай Васильевич, я знаю его Тараса Бульбу. А Лев Толстой, ненавижу твою войну и мир, старик, мог бы и покороче написать. А Чехов, Антоша, привет, я тебе твои рассказы люблю. Так, что там еще, это... А, Чайковский, да, тут голубой, который... чего смотришь-то на меня? Ладно, что там у нас дальше? Ой, Шаляпин. Ну, не знаю, так... Ой, а ты кто?
А, Сережка, как давно не виделись. Еще Сашка. Привет, Сашка. Ну, привет. Как поживаешь? Ладно, не буду. А ты кто? Махно? Ладно, не буду мешать. Владимир Ильич! Владимир Ильич, простите, что мы всю революцию... А это ваша жена? Ничего так... Ванька, что же ты натворил? Ты же сына убил, и теперь смута настанет. А эта бабуся сидит, просто смотрит, ничего не делает. Распутин, там Ванька Грозный своего сына убивает. Помоги ему! Эй, ты чё? Ну давай, помоги, спасай! Не знаю, там, перевяжи! Там сын Кох умирает! Сейчас смутное время начнётся! Чего ты учишь этого, разгильдяя? А это кто? А, не знаю. Ой, какая красивая барышня! А, о, Колька Второй! Да. Неплохо вы тут устроились. Неплохо. Очень даже неплохо. Весьма неплохо. Ой, у меня голова болит. А ты? Сходил на выборы. Это Бамка. Я Бамку. Его звали Виктор. Он был самым обычным работягой. Виктор каждый день занимался тем, что подвозил начос, предлагая всем его попробовать. Но Виктор был очень грустным, потому что у него до сих пор нету девушки. Ведь вы знаете, что у роботов нету, к сожалению, девушек. А я тем временем... вкусно! Все, ловлю. Давай. Ну, как, по-твоему, этот автобус? Ну, что скажешь? По-моему, нормально. Здравствуйте, мои дорогие, любимые зрители! С вами опять передача про то, как мы будем копаться в каком-нибудь... Ну вы поняли, где мы будем сегодня опять копаться. А почему я копаюсь там? Правильно, потому что если бы я там не копался, то и рейтингов никаких у моей передачи не было. Так, так, где мы будем сегодня копаться? Так что... Так, стоп. Почему никто не хочет в мою передачу идти ни за какие деньги? Что? Я и так каждому предлагаю по миллиону.
Ой, я чё? Уже каждого, что ли, успел откопать? На каждого, кроме себя? И остался, по ходу дела, только я один. Ай, ладно. Придумаем. Итак. Быдрищ! Я его уничтожил. Не благодарите меня. Он мне самому надоел. Телевизор! Телевизор! Ау, люди, кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Я потерялся в метро, мне страшно. О, боже мой. Кто-нибудь, помогите мне на помощь. Спасите, помогите. О, поезд. Мне уже не так страшно. Я смогу на нем уехать, куда захочу. Но это не точно.
фильм, завоевавший кучу наград. Приз Каннского кинофестиваля, премия «Сезар», премия «Мезар», «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, премия «Бафта», премия «Не пойми чё», а также приз «Золотой лопух». Фильм, который полюбил совсем кинокритикам за свой скрытый глубинный смысл, а также за то, что он не требует излишних комментариев. Именно этот фильм вы видите прямо сейчас. Фильм, который любит критики, но почему-то недолюбливают зрители. А то, что вы, зрители, недолюбливаете фильм, это показывает лишь то, что вы челядь, которая недостойна высшего искусства. Встречайте, ведь этот фильм, который вы сейчас видите, он... действительно вершина искусства, и если вы не способны понять его, то вы никто, вы простой смертный, которому не дано это понять. Фильм Сэмюэла Л. Бронконштейна «Темные глубины бездонной реки». А ты сходил на... We'll be right back.
спасибо. А ты сходил? Бу! Йоху! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-ой-ой-ой! Телевизор! Телевизор! Ура! Виктору нашли девушку! Молодец, Виктор! Так держать! Ты смог найти девушку! Thank you.
Иногда выходит на берег этого озера. Ну, причесывает. Хотел сказать, типа, то, что у нас вот на Байкале шторм, это шторма, да. Это обычное дело. Типа там в Байкале есть ветер неприятный, сама называется. Он невероятно холодный. Я на него попал как раз таки, когда отдыхал в один из раз, там на Байкале раза 3-4 был где-то. Ну вот, и в один из раз я попал вот прямо на период сормы. Ох, какая волна-то идет! Да тут такая, да тут волны идут огромные, прям на наш теплоход. Я человек простой, обожаю самовары. Самовары – это просто все, чем я живу. Самовары. У меня они расставлены везде. На полочках,
в гостиной, в спальне, в подвале, везде, во всем доме. И все почему? Да потому что я люблю самовары. И этим все объясняется. Моя любовь к самоварам столь велика, что я хочу поделиться ею с остальными. И пусть остальные насладятся хотя бы частью моей несметной коллекции. О да, как же я их обожаю. Самовары, 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 самовары. Как же я вас всех обожаю. Как же вы мне все нравитесь. Эх, золотые, пузатые. Если я однажды умру, я завещаю себя похоронить сотней самоваров. Я более чем уверен, что большинство из них в мой гробик не влезут, но тем не менее. Пускай извращаются родственники как хотят, но чтобы сотня самоваров у меня была в гробу. И мне все равно, что они там думают. Пока сотку не положат, не дам. Вы ждете от меня каких-то комментариев, но я не буду ничего комментировать. Я просто скажу, что до конца фильма осталось совсем чуть-чуть. Бум!
Итак, товарищи, и простите меня этим, вы кормите people? Молодцы, продолжайте в том же духе. У нас это отлично получается. И более того, увеличьте побольше. Thank you.
We'll be right back.